Санта ОМ-12НВ – 12-секционный обогреватель для помещений до 35 квадратов. Обогреватель от компании Ресанта поставляется в утилитарной коробке и комплектуется подробной инструкцией по эксплуатации с гарантийным талоном. Также к устройству прилагаются ножки с колесиками и крепежные болты. Радиатор Ресанта модели ОМ-12НВ принадлежит классу масляных радиаторов. Устройство позволяет отапливать помещение метражом до 35 квадратов при заявленной мощности в 3 кВт. При этом обогреватель прост в эксплуатации и удобен в перемещении, благодаря комплектным колесикам. Радиатор весит около 10 кг, а по размерам не превышает 65,5 см. Высоту. Выполнен он в открытом корпусе из стали с напылением белого цвета. По периметру корпуса установлено 12 герметичных секций, заполненных минеральным маслом, которое разогревается до высокой температуры. Нагревательный элемент расположен вдоль батарейных секций снизу корпуса. Имейте в виду, что в случае перегрева встроенный термопредохранитель самостоятельно отключит прибор, так что за безопасность эксплуатации можно не переживать. От других схожих решений производителя данную модель отличает наличие тепловентилятора, который эффективнее подает теплый воздух и распределяет его по помещению, в то время как тен нагревает масло. А наличие термостата позволяет радиатору автоматически поддерживать заданную температуру в установленном помещении. С лицевой стороны радиатора предусмотрен ухват для перемещения устройства по комнате. Под ухватом расположены светодиодный индикатор активности, ручка регулировки термостата и переключатель режимов нагрева. В основании разместился кронштейн для намотки сетевого кабеля и крепления вилки европейского образца. Что в итоге? По техническим характеристикам радиатор Ресанта ОМ-12НВ относится к сегменту отопительных решений среднего класса. В бытовых условиях его мощности будет достаточно для поддержания комнатной температуры в помещении до 35 квадратов после установки необходимых параметров термостата.